Организатором выступила по традиции выставочная компания «Сочи Экспо». Сегодня в торжественной обстановке были открыты сразу две выставки при поддержке городской администрации, Ассоциации туристской индустрии Краснодарского края, Федерации рестораторов и ательеров России, Национальной гильдии шеф-поваров. Ваши аплодисменты. Дорогие представители бизнеса, которые поддержали наше мероприятие, я желаю вам, чтобы ваши бизнес-проекты нашли реализацию в городе Сочи, чтобы ваша продукция нашла свое применение здесь, в городе Сочи. Благодаря этому наш курорт стал лучше, гостеприимнее, и сочинский курортный продукт был известен, как сейчас говорят, на международном уровне. В этом году на выставке представлены экспоненты из России, Италии, Эстонии и Белоруссии. Это технологии для автоматизации предприятий розничного и ресторанного бизнеса, мебель для баров и ресторанов, офисное и торговое оборудование, профессионально-прачечное оборудование и системы по уборке помещений. Мы являемся соорганизаторами данного мероприятия. Вот. Ассоциация молодая, создана она в ноябре прошлого года. Поэтому первый раз совместно с Сочи Экспо мы участвуем в таком проекте, который для нас является интересным, актуальным. И мы считаем в целом этот проект достаточно важен для развития города Сочи. Еще шире развернулась выставка продуктов питания. Здесь полное изобилие. Хлебобулочные изделия, молочная продукция, лучшие сорта меда. В широком ассортименте представлена мясная и колбасная продукция. В борьбе за покупателей конкурируют предприятия Кубани и Беларуси. А греческая пекарня тут же производит слойки и сдобные кренделя. Все изделия из лучших сортов муки. Посетители выставки дегустируют, а деловые партнеры тут же заключают договоры и контракты. В пятницу в первой половине дня на выставке состоится барбекю-шоу под названием «Пикник на зеленой лужайке». А сегодня в рамках деловой программы прошел круглый стол на тему «Перспективы развития туризма в Сочи. Условия формирования конкурентоспособного востребованного турпродукта». Выставка работает с 10 до 18 часов в новом выставочном центре у Морпорта. Вход свободный. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.